Мы находимся на выставке Household Experts, говорим с нашими гостями-партнерами, производители у нас в кадре. Владислав, расскажите, про что ваша компания и что в 2019 году вы собираетесь представить на рынок, чем удивлять? Наша компания занимается производством пластиковых изделий хозяйственно-бытового назначения. Мы развиваем линейку различного рода изделий для дома, в основном для кухни. Многие домохозяйки уже имеют наши изделия у себя на своих кухнях, потому что мы представлены практически во всех федеральных сетях. На текущий год у нас множество новых изделий. Мы освоили новые технологии. Литье двухкомпонентное с интегрированным уплотнением резинового типа такого. Это такая новинка, которую даже сейчас иностранные специалисты находятся в удивлении, что в России освоена такая сложная технология. Подскажите, вы, наверное, своей продукции конкурируете с китайскими производителями. Сложно ли конкурировать с китайским пластиком? С китайским пластиком, который произведен в Китае, конкурировать несложно, потому что логистика такая, что качественные изделия привезти в Россию, наверное, будет китайским производителям сложно. Особенно если речь идет о нашем ассортименте. Здесь мы не видим конкуренции. Мы немножко в другом сегменте находимся, и нам скорее мы наблюдаем некую опасность от польских производителей. Китай здесь не совсем. У них немножко другой дизайн. Вот, для российского потребителя не очень такой пользующийся спросом. Спасибо большое, не переключайтесь, скоро включение с нашими новыми гостями.